Дамы и господа автолюбители, всех вас приветствую. Сегодня я представляю вашему вниманию BMW X5 2021 года выпуска. В этом обзоре я детально расскажу и покажу, что он из себя представляет как внутри, так и снаружи. Выражаю благодарность автосалону Транстехсервис BMW за предоставление данного автомобиля на съемку. Это версия X-Drive 30D, 249 дизельных коней здесь. Сейчас я расскажу вам некоторые особенности про этот автомобиль. В стандарте идут светодиодные фары, за доплату предлагается лазерная оптика, в данном случае стоит лазерная оптика. Новое поколение получило внутренний индекс G05 и построено на той же платформе BMW Clar Cluster Architecture, что и модели G30 5 серии и G11 7 серии. Комбинация приборов 12,3 дюйма, вот этот дисплей мультимедиа, он умеет распознавать жесты и голосовые команды. А графика виртуальной приборки меняется в зависимости от настроек шасси. Есть опции в качестве четырехзонного климат-контроля, аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, 20 динамиков, панорамная крыша, развлекательная система для задних пассажиров, дисплей на 10,2 дюйма, также может быть проигрыватель Blu-ray. Переключатель КПП, кнопка запуска и шайба управления мультимедийной системой могут быть отделаны хрусталем Сваровски. Для BMW X5 предлагаются спортивные или комфортные передние кресла с вентиляцией, обогревом и массажем. Подстаканники имеют функцию подогрева и охлаждения. В оснащение входит теперь и подогрев подлокотников. В базовое оснащение модели входит система динамической регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control. За доплату можно заказать задний дифференциал повышенного трения и пневматическую подвеску. Она меняет клиренс на 80 мм. Также доступен пакет Off-Road, включающий защиту днища, дифференциал повышенного трения. И, собственно говоря, есть настройки с режимами песок, снег, скалы и гравий. Этот автомобиль оснащен самыми передовыми системами безопасности. Здесь имеются камеры кругового обзора, радары ближнего и дальнего действия, ультразвуковые датчики, парковочные системы, системы помощи, включающие адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе движения, автопарковщик, ассистент движения в пробках. Автопилот второго уровня умеет самостоятельно двигаться по своей полосе со скоростью до 60 км в час, полностью останавливаться и трогаться в потоке. Ассистент движения задним ходом запоминает последние 50 метров пути и способен повторить траекторию в обратной последовательности. Что касается безопасности, то по Евро NCAP этот автомобиль получил 5 звезд из 5 возможных. Данный автомобиль в M-пакете. Система доступа без ключа имеется. Так он закрывается. А сенсор с обратной стороны. Так он открывается. Здесь установлены доводчики дверей. Очень удобная штука. Все четыре двери имеют доводчики. По мультимедиа здесь установлена Harman Kardon. Двойная строчка и ромбовидная тема на сиденьях. Мультиконтурное кресло. Трехспицевый мультируль. К посадке претензий нет, очень удобная. Центральная консоль развернута в сторону водителя. Чтобы запустить двигатель, нажимаем на тормоз и затем один раз вот на эту кнопку старт-стоп. 249 лошадиных сил, дизельных, крутящего где-то под 500 ньютон-метров. Сразу обращаешь внимание на вот этот heads-up дисплей. Он вводит всю необходимую информацию для вас. Также предупреждение определенное. Подогрев руля восстановлен по центру. Обогрев руля активирован. Высвечивается надпись. Когда мы отключаем, он деактивируется. Нажимаем еще один раз на эту кнопку. Строчка у нас двойная идет. M-руль.
очень легкий. Рулевая колонка регулируется на электроприводе в продольном направлении от себя к себе. Все замечательно работает. 8-диапазонная автоматическая коробка передач очень скорострельная. Кнопка разблокировки. Режим драйв. Спортивный режим. Плюс передача выше, минус передача ниже. П. Паркинг. Так она отстреливает. Задняя передача. Здесь у нас камера заднего вида, линии парковки. Очень классная графика. Изображение с камеры можно вывести. Ассистент движения задним ходом, ассистент для парковки и основные настройки для этой системы. Здесь, я думаю, все понятно. П для паркинга. Все очень просто. Подрулевые лепестки переключения передач. Здесь плюс передача выше и минус передача ниже. Укрупнили сейчас кнопки, достаточно серебрянки добавили, прилевы места хвата и М-руль — это нечто, конечно, просто нечто. Кресла различные регулировки имеют, подпор непосредственно для голеней, все на электроприводе. Нижняя, верхняя часть, поясничный подпор, также боковые валики, все регулируется просто замечательно. И регулируются также подголовники. Великолепно. Электропривод для складывания зеркал. Все довольно шустро происходит в этом автомобиле. А у нас позиции памяти здесь. Центральный замок. Блокировка стекол, световая индикация. Все четыре стекла здесь полностью автоматические. В одно касание опускаются и поднимаются. Все довольно быстро происходит. Электрорегулируемые зеркала с подогревом. Вверх, вниз, влево, вправо. Электропривод для крышки багажника. Эти изящные линии многих порадуют. Идеальный с точки зрения пропорций. Подлокотник. Все под рукой. Строчка здесь очень мягкая. Вот эти места тоже обшиты. И, соответственно, таким образом у нас все открывается. Подсветка дверей диодная. М-пороги. Здесь датчик света и датчик дождя. Теперь я предлагаю включить фары, туманки, дальность фар. Сейчас давайте детально рассмотрим экстерьер этого автомобиля. Чтобы открыть капот, необходимо два раза потянуть вот за этот рычаг. В данном исполнении нет люка или панорамной крыши, антенна видеокулевого плавника, светодиодная начинка у задних фонарей, раздвоенный выхлоп, задние датчики парковки имеются. Очень выразительный дизайн. Здесь у нас подсветка номерного знака, камера заднего вида. Такие у нас обводы из мира автоспорта в заднем бампере. Декоративный спойлер, интегрированный диодный стоп-сигнал. Разноширокие здесь шины стоят. 315 на 35 профиле, 21 сзади. Высокопроизводительная тормозная система. В качестве опции доступна пневмоподвеска на обеих осях. И спереди у нас размерность 275 на 40 профиле, тоже 21. На X5M спереди идут 21, сзади 22 для лучшего зацепа. Камера бокового обзора, диодные указатели для поворота, режим отсвета. Лазерные фары, они бьют на 500 метров, это опция, светодиодные противотуманки и передние датчики парковки имеются.
переднего вида. Активные заслонки, они только по необходимости открываются. Достаточно хрома в передней части. Сейчас давайте рассмотрим нижнюю часть по подвеске. Здесь система активного радара. Дизель прекрасно настроен. Здесь пьезоэлектрические форсунки идут. Шины Run Flat, алюминиевая подвеска, спереди многорычажная схема, спереди двухрычажная схема со стабилизатором поперечной устойчивости и сзади многорычажная схема. Снаружи ты, безусловно, понимаешь, что это дизель, но внутри его едва слышно. Все днище аккуратно прикрыто. Задние датчики парковки, и здесь у нас поручные буксировки находятся. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Вещевой бокс. Ambient Lighting подсветка, как видите, сейчас она мигает красным цветом, потому что дверь открыта. Напольная педаль акселератора, подсветка, педальный узел, множество электрорегулировок. Автомобиль локализован, сборка автотор. Активные даже здесь регулировки для подголовников имеются. Регулирование яркости подсветки приборов и блок управления светом. Вещевой бокс для водителя, он обит тканью. Сейчас я предлагаю послушать звучание этого силового агрегата. Отличный дизель. Правда, к приборке нужно немного привыкнуть, потому что все-таки тахометр разношерстно идет со спидометром. Тем не менее. Управление светом и поворотниками, управление стеклоочистителями, мультируль, здесь голосовые команды, управление для аудиосистемы, телефон, лимит, круиз-контроль и различные предустановки для системы. Все достаточно легко использовать. Экран тачскрин, либо же можно управлять посредством вот этой шайбы. Здесь карта, навигация, основное меню, медиа, ввод текста, кнопка назад и опции. Основное меню, медиа, Bluetooth аудио, screen mirror, мобильное устройство, навигация. Сейчас запуск системы происходит, инициализация модулей. Ну и, собственно говоря, навигация одна из самых лучших в классе по детализации, по проработке и, безусловно, по быстродействию. Здесь отключение для traction контроля, для стабилизации, активация для камер, парктроник и автостарт-стоп-офф. Режим спортивный, комфортный, GoPro, адаптивный, электромеханический стояночный тормоз с функцией автохолд, помощь при спуске. Здесь у нас управление для пневмоподвески.
подогрев и вентиляция для подстаканников. Очень классная вещь. Здесь у нас USB, беспроводная индукционная зарядка для телефона имеется. Затем настройки автомобиля, информация по движению, спортивные дисплеи. Графика невероятная просто здесь. X-View, система полного привода как работает, поток энергии, состояние автомобиля. Все детально доставляется. Вот это будущее прям по графике невероятное что-то. Настройки для системы, соответственно, здесь установлен четырехзонный климат-контроль, это же опция. Так, сейчас потоки воздуха направлю вниз, потому что климат прям очень хорошо работает. Здесь режим движения, наружное освещение, система помощи водителю, дисплей. Двери, доступ к автомобилю, освещение салона, комфорт сидений, климатический комфорт, настройки кнопок и так далее. Experience modes, пожалуйста. Так можно прибавлять звук, убавлять звук, жестами контроль идет. Caring car, забота об автомобиле. Профили, руководство по эксплуатации, фотопоиск по определенным частям автомобиля можно найти. И подсказки. Здесь видео обучающие. Классная штука. Давайте один ролик просмотрим. Так. Система работает и при движении задним ходом. Например, при выезде из узких парковочных мест. Для этого ТС сохраняет движение рулевого управления и ходовой части перед остановкой, например, при заезде на парковочное место. Сохраненное таким образом движение при выезде с парковки повторяется в обратном порядке с поддержкой рулевым управлением. В начале движения задним ходом на дисплее управления отображается участок сохраненного пути, который система проходит при движении задним ходом. Для выезда с парковки осторожно трогайтесь с места и при необходимости тормозите. Водители далее контролируют область вокруг ТС и дорожную ситуацию. Парктроник, Park Distance Control, помогает оценивать ситуацию при выезде с парковки. При необходимости в любое время можно вмешаться в поддерживаемое системой движение задним ходом. При маневрировании соблюдайте дистанцию до препятствий. Вследствие физических ограничений система может не своевременно распознавать препятствия. Вот так все очень детально и понятно. Контурная подсветка. Настолько изысканная в этом автомобиле. Просто невероятно. Быстрый доступ. Тему можно выбрать также. Все управляется прям идеально. Настройки давайте посмотрим. Дисплей. Так. Освещение салона. Вот. Цвет можно выбрать любой. И яркость отрегулировать, соответственно. Таким образом. Все понятно. Дико информативно. Приложение и так далее. Видите, загрузка. Допустим, погода идет, загрузка приложения, все работает идеально.
Вот как-то так можно на гоночный тракт. Быстродействие вас очень порадует. Управление для климат-контроля. Здесь регулировка для потока воздуха. Индивидуально все настраивается. Автоматический режим, различные зоны, задний обогрев стекла, максимальный обдув для переднего стекла, подогрев сидений, 3 ступеньки, вентиляция тоже доступна. Вещевой бокс. Здесь у нас подсветка диодная, вход USB Type-C. Телефон спокойно помещается. Салонное зеркало заднего вида, в данном случае оно с автозатемнением. Диодная подсветка. СОС-система AeroGLONASS, датчики объема, такое рассеянное освещение, микрофоны для hands-free, солнцезащитные козырьки, макияжные зеркала, диодная подсветка и держатель для карт, черный потолок. Все дико продумано в этом автомобиле, как внутри, так и снаружи. Конечно, в первую очередь BMW — это удовольствие за рулем, с удовольствием за рулем. Управляемость, подвеска, моторы, коробка. Все это настраивает на спортивный лад в этом автомобиле. Однозначно. Теперь я предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Кресло очень комфортное. Просто невероятно. Ломающаяся спинка. Мы можем, кстати, активировать. Нажимаем на эту кнопку. И можно вот с этой стороны регулировать здесь. Сдвигать как хотите спинку, допустим, вперед отодвигать. Классная система, очень удобная. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь все просто на превосходном уровне. Каждый элемент. Боковые подушки безопасности, но со временем как-то шумоизоляция немножко начинает все поскрипывать. Теперь я предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Три регулируемых раздельных подголовника системы ISOFIX. Подсветка пространства для ног, пищевые карманы имеются, активация для системы климат-контроля, температура, подогрев сидений, 3 ступеньки, дефлектор обдува, вещевой бокс, и здесь у нас розетка, Type-C розетки, держатель для планшета, с этой стороны все то же самое, воздуховоды. Просторный и уютный второй ряд сидений. Места в ногах у меня огромный запас, над головой тоже, и в плечах достаточно. Место точное освещение, диодная подсветка, такая люстра. Изысканный интерьер BMW X5. G05 кузов сам по себе очень красивый. Откидной центральный подлокотник здесь имеется. Вещевой бокс. Правда, не обит почему-то тканью. Подстаканники такие. Теперь я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. Верхняя створка откидывается, и электропривод для вот этой части, для нижней части имеется.
Также можно опустить автомобиль. Задняя часть для лучшей погрузки, разгрузки. Диодная подсветка. Здесь имеется даже такой пневмоупор. Буксировочная серьга. Рекомендация. Аптечка находится. Все очень продумано. Также нажимаем один раз. В обратной последовательности все происходит. Багажник по рамкам сегмента довольно вместительный. Лючок бензобака. Бардачок можно закрыть на ключ, он очень вместительный, обит бархатом, уже подсветка для ног. И две позиции памяти на кресло. Изысканный кроссовер, который задает тон в классе. Невероятно привлекательный, интересный, как внутри, так и снаружи. На этом обзор BMW X5 2021 года выпуска завершен. Я надеюсь, он вам понравился, был полезным для вас, информативным. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Огромного вам везения, друзья. Друзья, есть еще очень интересный режим. Сейчас я вам продемонстрирую. Так, секунду. Вот такой режим 3D. Режим мойка. 3D изображение. Кстати, можно, как видите, вот так получается оттягивать, стягивать, и он будет крутиться. Либо же вот таким образом все персонифицировать и смотреть на автомобиль с разных точек. Крутая штука. Так она нам все показывает. Неплохо. Притом еще... Так, есть... У нас здесь быстрый доступ. Как видите, допустим, экстренный случай. Либо же, допустим, эксплуатация зимой, различные рекомендации. Темы можно выбрать. Вот так все детально настроено.